Приветствую всех любителей карповой ловли. Так, друзья, мы сегодня находимся на одном из моих любимых водоемов, это Черница. Приехали мы сюда только лишь с одной целью, это попытаться поймать карпов, удачно открыть сезон по карпфишингу. Наконец-то мне удалось вырваться из холодного, мрачного, ветреного Питера. Думал, что приеду сюда, наконец-таки будет прекрасная погода, а по прогнозу так оно и должно было быть. Но вчера вечером мы в торопях здесь установились, закинули веером палочки с хаотичными оснастками. И утром нас застал снег, холодно. Сейчас температура около 2, наверное, градусов. Плюс 2. И мы, в принципе, сейчас только начинаем нашу ловлю. По видео постараюсь в этот раз все подробно вам рассказать. Учту все ваши пожелания, вопросы, которые задавали, и постараюсь на них в течение всего этого видео подробно на них ответить. Также хочу немножко изменить формат. Если я раньше уже рассказывал о том, что сделал, какой получил результат, в этот раз я прям вместе с вами, как бы в режиме онлайн, будем вместе думать, размышлять, предполагать и делать какие-то действия, а уже результаты наблюдать также вместе с вами. Значит, по рыбалке, что касается самой, у нас сейчас весна, холодная весна, поэтому предположительно мы предполагаем о том, что рыба она должна проходить на мелководные участки, которые быстрее всего прогреваются. Поэтому и выбор наш пал на один из самых крайних секторов на данном водоеме, где глубина будет не совсем большая, и нам удастся здесь найти карпа, который уже проснулся, вышел из зимовальных ям, которые находятся в противоположном концу водоема у дамбы. И плюс ко всему здесь впадает ручей, это также немаловажно, приток свежей воды, которая обогащена кислородом. И в идеале, конечно, хотелось бы, чтобы еще сюда дул ветер. Это вообще были бы наши идеальные условия. Чем кормить, что насаживать, сейчас подробно также все расскажу. Но мои действия пока что такие. Мы начнем ловить с одних стиков, потому что карп, он может быть и проснулся, но не совсем еще активен, и он питается. Если мы сейчас начнем сразу же закармливать, мы просто-напросто можем убить точку. Карп достаточно там съесть пару бойлов, и на этом его все питание закончится. Вот, поэтому мы сейчас замаркеримся, найдем перспективные участки и лесенкой или веером раскинем удилище, уже привязавшись к этим перспективным точкам. Если рыба начнет отзываться, мы, может быть, уже тогда начнем замешивать миксы, но только мелкофракционные. Надеюсь, что до прикормки у нас дело дойдет, потому что в прошлом году у нас аналогичная ситуация была, только было намного теплее. Мы также начали потихонечку, но потом поняли, что слива просто-напросто вываливается, вытекает изо рта амуров, она активно очень кормится, и мы решили во все оружие уже закармливать, чтобы поставить нашу рыбу на кормовую точку. Вот. Ну, пока что у нас информация поклево нулевая, видели мы один микропаровозик, но рыба не засеклась, неизвестно вообще, что это было. Ну что, давайте сейчас начнем с оснасток. Я подробно вам об этом все расскажу. Так как у нас ранее сейчас весна, то я практически всегда, не только весной, вообще, когда приезжаю на новый водоем, стараюсь поставить скользящую оснастку. В чем ее преимущество? В том, что мы можем узнать, на что, в принципе, рыба вообще реагирует, какие на оснастки пытается хотя бы взять. Потому что здесь индикация идет очень быстро. У нас груз остается лежать на дне, а литкор проходит через вертлюг. Поэтому как только карп нашу оснасточку приподнимает, мы тут же видим малейшие пики, малейшие дотрагивания. Это очень важно, потому что на первом этапе, как только мы начинаем ловить, нам важно понять вообще, есть ли реакция какая-то рыбы, а потом уже, если мы получаем одну, вторую, третью поклевку, то, в принципе, можно этот монтаж уже и заменить на инлайн, так как у него засекаемость лучше. Плюс ко всему, в данном водоеме очень много подводных камней, валунов таких достаточно больших, вот, и инлайн через них
лучше всего проходит, а данный монтаж может застрять. Но нам сейчас в первую очередь важно понять, на что рыба будет отзываться. По насадкам расскажу позже. Значит, это вот груз, в зависимости от вашего удилища, подбираете самостоятельно. И я ставлю вот сюда вот дополнительную бусинку, она также скользящая. То есть этой бусинкой вы ограничиваете свободный ход грузила. То есть все равно у вас когда-то рыба должна засечься. Я ставлю ее около 15 сантиметров. Классическая оснастка inline на литкоре длиной 60 сантиметров. И петля в петлю я ее одеваю на шуклидер. Шуклидер плетеный, из обычной лески плетеной Power Pro. Кстати, вот после крайнего семинара с компанией Carpology очень интересно немного там вещей рассказали и утверждает о том, что шуклидер после того, как некоторое время пролежит на дне, он всплывает. Ну, если учитывать, что я последние 3 года ловлю только на этот шуклидер и, в принципе, получаю хорошие результаты по рыбалке, если это действительно так, то рыба, получается, либо его не пугается, либо можно было результаты еще улучшить на несколько рыб. Шуклидер. О, у нас поклевка. Шуклидер, как правило, я делаю 2 длины удилища, но минимум достаточно сделать, чтобы здесь была 1 длина удилищ и несколько оборотов лески, чтобы несколько оборотов шуклидера, чтобы у вас при забросе здесь оставался шок. Ну что, давайте теперь сейчас мы подготовим оснасточек. Я поделюсь своими мыслями, потому что на этот счет больше всего задавали вопросов, на что ловить весной. Так как у нас сейчас весна и рыба, ну, по нашим предположениям, не совсем еще активная, я стараюсь все оснастки сделать очень миниатюрными. И поводковый материал выбираю также очень мягкие. Один из моих фаворитов, как уже рассказывал весной, это 15-либровый поводковый материал от Corda Entrap. Он достаточно мягкий, но в то же время и оплетка на нем держится нормально. Крючочек 6 номера, ну, можно в принципе в 5. Возможно, я столкнусь с проблемой сходов, так как среднее поголовье рыбы на данном водоеме около 7-8 килограмм. Данные крючки по опыту мелковаты для этих условий, но придется идти сейчас на компромиссы, чтобы понять, на что рыба будет лучше всего отзываться. Вот я сразу зимними вечерами готовлю кучу сразу же оснасточек различных. И также очень хорошая практика в самый холодный период. Да? Я вообще предполагал, что у нас будет сегодня активный клев и будет жарко. И если действительно будет потепление, то рыба должна прийти в данное место на мелководье и активно кормиться. Но в данных условиях, когда ноль и снег идет, точнее шел, надеюсь, больше его не будет, мы сейчас также поставим одиночный поп-ап. Это очень также хорошая оснастка, особенно поздней осенью и холодной ранней весной, ловить на одиночные маленькие поп-апчики. Сейчас мы вместе с вами его свяжем. Значит, мое личное мнение о том, что весной, по моему опыту, да, по моему мнению, лучше всего работают насадки из ярко выраженных фруктовых запахов. Это тутти-фрутти, это ананас, это слива. Также молочные, тем более на этом водоеме очень хорошо отработал там белый шоколад, да, или вайт-нектар. И, конечно же, один из фаворитов – это специи. По холодной воде специи, любые, в принципе, бойла, сделанные на основе там Робин Реда или с добавлением его, будут в большинстве случаев отлично работать. Но это не панацея, не стоит к этому относиться как к какому-то правилу, потому что каждый водоем индивидуальный, и к нему нужен соответствующий подход. Возможно, у вас там на одну кукурузинку будет клевать. Кстати, это тоже очень хорошая насадочка, и мы про нее вчера забыли после удачного приезда. Итак, давайте сделаем самую распространенную. Это слива с ананасом. Был вопрос, можно ли комбинировать
одни вкусы с другими. Друзья, значит, нет вообще никаких правил. Можно смешивать все, что угодно, с чем угодно. Сливы со специями, монстр краб с ананасом и наоборот. Никто ничего не запрещает. Тут для вас полно, как говорится, фантазий. Что хотите, то и придумывайте. Нет никаких вообще правил в рыбалке в принципе. Это что касается насадок. Я подрезаю так вот 3/4 бойла. Так, нам нужно придумать маленькую мусорочку. И желтенький попапчик, половину. Со старта практически во всех случаях, если я приезжаю на новый водоем, либо на новое место, я делаю 4 оснастки из самых своих топовых цветов. Это оранжевый, красный, желтый ананас, розовый, это топ один мой самый любимый крейв, и белый. Потому что весной, когда вода у нас прозрачная, немаловажно будет для карпа визуальное восприятие. Возможно, он не так будет интересоваться даже вкусом, как его будет привлекать цвет. Рыба любопытная, поэтому, взяв в рот и выплюнув на правильной оснастке, мы получаем поклевку. Бывало такое, что и я даже на практике это проверял, ставишь разные вкусы, но один и тот же цвет, и разница в поклевках не ощущается. Но повторяюсь, что это из моего личного опыта. Возможно, рыбу приучите к одному вкусу, и она будет клевать у вас на водоеме только на один какой-то бойл, если ее в течение некоторого времени продолжительного кормят. Вот у нас получилась оснастка миниатюрненькая. По классическому правилу у нас бойлик облизывает нижнюю часть крючка. И вот наша оснастка готова. У нас есть прошлогодние стики. Можно без проблем так его просто смять и использовать. Но мы сейчас вместе с вами замешаем новых стиков на основе специй. Вообще, конечно, у меня в теории половить сегодня на специи и сливу. Слива здесь очень хорошо себя показывала. Ну, вообще, это как бы одна из самых распространенных и классических вкусов, которые работают как и весной, так и осенью. Вот наша оснастка готова. Одеваем противозакручиватель. И можно забрасывать. Сейчас мы что и сделаем. Вот. Я не буду, не вижу смысла показывать все. Сейчас сделаем одиночный белый попапик. Слива с ананасом. Также ананас сделаем с ананасом и соус с крейвом. Это наша будет 4-я оснастка. На что клюнет, клюнет ли вообще, мы узнаем через некоторое время, но пока займемся бытом.
Да, друзья, вот он наш первый паровозик. Только мы перезакинули это удилище вместе с вами, и на нее клюнул карп. Я бы не сказал, да, что он так прям уж вялый. Там тоже камни, много камней. Вот оно, лицо счастливого карполова. Первая поклевка в этом году. Первая рыба. Сход. И первый сход. Шучу. Да, правильно, как и говорили, он уходит вправо. Ну, друзья, наша пока что тактика сработала. Частых перезабросов. Клюнул. Я даже не помню, что мы там насаживали. Сейчас посмотрим. Ну, давай, дорогой, где ты? Да, конечно, теперь с понтонами очень удобно вываживать. О, зеркальный, по-моему. Карпик. Небольшой, но такой долгожданный. Сливка, да? Сливка. Ну да, конечно, чувствуется, что они не такие резвые, как обычно здесь. Ну, надо забирать подсак. Опа! Подсак уже у нас. Давай, дорогой, иди. Вода, конечно, очень прозрачная. Да, не резвый, но и заходить-то он особо желания не изъявляет. Вода прозрачная. Давай, дорогой. Давай, 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 давай. Ну все, это твой крайний заход. Все. Есть! Вот она, первая рыбка наша 2017 сезона. Фух. Главное, первый не сошел. Это очень хорошая примета. Вот, друзья, зеркашка наша. Вот, засекся хорошо за нижнюю губу. Сливка с анасиком. Ну, классика, что тут сказать. Монтажик сработал у нас тоже хорошо. И вот он наш красавчик. Фух. Красота. Длинный прогонистый. Ну, это характерная особенность всех здешних карпов. Их тут, можно сказать, дикий, как сазанчик. Красота. Первая рыбка. Бомба. Что, не будем его морозить. Фотосессия и отпускаем. Thank you.
Пока ждем поклевки. Нацепили блесну. Будем пробовать ловить щуку. Клюнет через 3 секунды. Раз. Нет, я ошибся. На первую. Костылик. Так, на мат давай. О! Щука-фишинг сегодня у нас вместе с карп-фишингом. Фото. Тоже смотри. Да. Здесь есть большие, но может большие, это мы вот, насколько на бойл тогда поймали? 3,5 мы сдешевали. Ну вот. 3,200. Это для нее как раз. Все, давай, давай. Цеплять. Так, сейчас моя очередь. Попробуем поймать. Есть! Вторая щука в жизни. Опа! Нифига себе заглотила. Доставай. Так, пока у нас затишье, без клёвья. Весело провели время за спиннингом. Конечно, забавно, сколько здесь щуки. Практически каждый заброс. И тут же поклевка. Даже немножко пострадал от неопытности. Половили с одной стороны пирса вдоль камышей, с другого, наверное, всю щуку, которая здесь была, стояла в этих местах, выловили, и поклевки потом уже прекратились. Но все равно, думаю, завтра все возобновится заново. Значит, получили мы за сегодняшний день, да, сейчас около 2 часа у нас дня. Получили утром микропаровозик. Ну да, это была, скорее всего, поклевка внятная, но не засекся. И второй паровоз вы, конечно же, видели. Красавец прогонистый. Карпик зеркальный нам попался. Поэтому перекинул второе удилище тоже в сторону. Потому что мы замаркерились. Здесь очень мелко. Ничего практически мы не нашли. С правой стороны глубина 75 сантиметров, по прямой, если бросаем, 1,20 м. И очень много камней. Сейчас у охраны попросим лодку, и я с камерой подводной пущу посмотреть, что там на самом деле творится. Маркером я нашел более-менее какие-то участки, по ощущениям, что там либо мелкий камень, либо его там нет. И в этих местах сейчас мы будем сконцентрировать все свои оснастки и в дальнейшем закормим. Но пока что я ловлю с одними стиками. Они у нас практически уже закончились, так как перебрасываемся очень часто. Ну, это очень хорошая практика весной. Вот это частых перезабросов, она позволяет вам в принципе результативно ловить. Но это работает только весной, когда рыба неактивная, она ходит, не особо кормится. И вот вы перезабрасываете хаотично, и мы даже не клипсуемся. Просто куда снастка полетела, туда полетела. Где вот сейчас отозвалась у нас рыба с правой стороны, там где мельче, мы одно удилище тоже поближе к этой точке перекинули. Ну вот пока тишина, давайте замешаем стиков. Это та же самая прикормка для весны, да, только она подается порционно в виде ПВА-конфеток. Вот таких вот маленьких, да. И вот такая точечное кормление. Я буду делать стики на Robin Red, так как у нас акцент сегодня на специи. Ну а завтра, наверное, перейдем на сливку. Ну, если сегодня, в принципе, до кормления у нас дело дойдет, что я сомневаюсь по такому клеву.
Это готовый стикмикс Robin Red на Midbaits. Здесь, в принципе, уже есть все необходимое. Он сухой, поэтому его необходимо будет просто-напросто увлажнить. Но я дополнительно, как уже рассказывал неоднократно, добавляю различные виды пеллицев и коноплю, чтобы сделать его более активным и питательным. Набор пеллицев совершенно простой. Я пользуюсь мелкими, 1-2 мм вот такими. Сейчас по весне нам самое главное — это мелкая фракция, потому что от крупной карп может быстренько насытиться и больше к нашим оснасткам не подходить. Прямо все в кучу смешиваем, я много мешать не буду. Ну, в принципе, так достаточно. Это у нас был пелец Red Krill аналогичного размера, только Betaine Green. Он зелененький у нас. Такой вот. Ну, также вот пару горстей будет достаточно. И быстрорастворимый пелец. Это Amina. Он самый светлый. Его также добавим такую большую горсточку. В принципе, этих стиков хватит вам на одну рыбалку. Когда я делаю, допустим, летние стики, то я мешаю там всего по многу сразу, потому что знаю, что, в принципе, на рыбные стики я ловлю летом всегда, поэтому мешаю много. Сейчас делаю небольшой замес, так как на Robin Red я только буду ловить здесь, возможно, еще на дикаре, когда приеду домой. Вот, и также добавим мы измельченные конопли. Ее, в принципе, можно изготовить и самостоятельно. Никакого труда это абсолютно не составит. Вы берете коноплю, жарите до того, как она начинает трещать, у нее характерный треск такой, и потом на кофемолке перемалываете. Для чего она нужна? Она очень хорошо разбивает стик и придает ему такой эффект взрыва. Плюс сейчас у нас активные частицы, всплывающие для весны, это также положительный эффект. Вот, в принципе, это здесь уже более чем достаточно. Так как это готовый был микс, то здесь уже у нас присутствуют такие вот частички бойлов именно Robin Red. Ну, я предпочитаю более мелкого помола еще немножко добавить. С помощью круши мы просто-напросто их сюда высыпаем и перемалываем. Чем дольше вы крутите, тем меньше у вас будет помол. Вот видите, три движения, и у нас получился мелкая фракция из бойлов. Если вы не можете всего этого достать по каким-то либо причинам, в принципе, можно только перемолоть бойлов, на которые вы будете ловить, залить их каким-то ароматизатором, и можно забрасывать. Это я просто люблю позамешивать, поэкспериментировать. Ну, в принципе, таким миксом, ну, общий состав, да, он у меня для всех. Только меняются вкусы, диаметров пелится и количество жидкостей. И зальем это все также одноименным ликвидом Robin Red. Вот у нас какая красота получилась. И все это теперь перемешиваем. Важно, чтобы наш аттрактант пропитался во все абсолютно частицы. Здесь такой же принцип, как и на обычной сыпучей прикормке. Несколько увлажнений
и ваш стик будет готов к использованию. Вот сейчас маловато, добавим еще. Если вы переборщили ликвида, можно добавить снова готового стик-микса, так как там содержится много сыпучих составляющих. Ну, повторюсь, что не стоит спешить, потому что сейчас у нас питает пелец, затем питает часть и бойла, и сама сыпучка также набухнет немножко. Вот, в принципе, готова такая у нас получилась кашка с обалденным запахом Робин Реда, специи просто там томатными какими-то, аджикой кавказской пахнет. Ну, это характерный такой запах Робин Реда, который весной, осенью, ну, в принципе, по холодной воде неплохо работает на многих водоемах. Причем этот стик я буду также вешать и на насадки, которые абсолютно не связаны со специями. То есть стик у нас будет со специями, а ловить мы также будем продолжать на сливу с ананасом, потому что мы получили на нее поклевки. Возможно, это случайность, ему понравился просто желтый попап, а возможно нет, он отреагировал положительно на вкус сливы. Это мы в течение рыбалки вместе с вами еще постараемся в этом разобраться и замешаем сливовый микс, покормим одну точку одним, вторую точку другим, чтобы найти максимально быстро ответы на наши многочисленные вопросы. Как, конечно, сложно, когда рыба не клюет, вы пытаетесь что-то делать, но не получаете отдачи. И тут начинается просто-напросто гадание. Это происходит с каждым, это совершенно нормально. Вот. Сейчас я его оставлю на 10 минут, потом посмотрю его по консистенции. Очень также советую сразу брать стик и около берега его забрасывать, посмотреть на его работу. Если он вас удовлетворяет, то в принципе можете несколько десятков сразу заготовить и постоянно перезабрасываться. Ну, будем ждать теперь очередной поклевки.
Так, друзья, всем доброе утро. У нас очередная поклевка после перезаброса. Погодка, слава богу, наладилась. И мы, в принципе, достаточно быстро получили поклевку. Это наша уже третья рыба. Но самое важное то, что сейчас мы на мелководном участке наблюдаем огромное количество всплесков, выходов рыбы. Значит, что она все-таки двинулась, и по нашим предположениям она, видите, что творит. По нашим предположениям она все-таки придет сюда на мелководный участок, где мы сейчас ее будем поджидать. Мы абсолютно сейчас еще не кормили, ловим, как и предполагалось, на стиках. Но уже третья поклевка на одну и ту же удочку. Это говорит только об одном, что наши правые точки, где глубина всего лишь 75 сантиметров, они более приоритетные. Мы сейчас ее попробуем покормить и посмотреть отдачу. А у нас сейчас будет дуплет, скорее всего. Кстати, есть вот некоторые рыбки, которые очень не хочет разворачиваться, не хотят разворачиваться. И около помоста здесь с ними приходится долго возиться. Красота. Чешуйчатый карпик. Ну вот у нас начинаются танцы с бубнами около берега. Вот этот хорошенький, крупный. Вода очень прозрачная, и он боится подсака. Приходится максимально с ним поиграться вдалеке, чтобы он устал. Затем уже завозить. Вот о чем я вам говорил, как только он видит, тут же у него находятся еще силы. В этом деле главное не спешить. Если крючок сел хорошо, то шансов сойти у него будет мало. Главное не форсировать события. Вот и все. О, как у нас засекся он. Сначала за нижнюю губу, закрыл верхний. Карпик, видим, видно, что ловился уже не раз здесь. Давай, давай, давай. Вот у него сколько ранок. С этой стороны это есть. С этой у нас прямо за самый краешек зацепился. Сейчас мы ему обработаем и отпустим красавчика вот этого. Снова взвесим. Вот тяжелый-то какой. Красота. Какой длинный, какой хвост у него желтый, огромнейший такой. Ну, очень сильный. После поклевки еще, наверное, он секундок 15-20 продолжал сматывать леску и только потом развернуть. Класс. Что, пускаем и фотосессия.
Так, друзья, у нас обед. Больше поклевок у нас на сегодня не было. Решили все-таки мы немножко закормить. Но корм будем делать такой мелкофракционный, который имеет практически все частицы растворимые. То есть если мы даже сделаем сейчас какую-то ошибку, то в принципе от всего этого корма останутся лишь маленькие горочки из различных частиц. В том числе там и пылящие бойла. Карп просто-напросто одним взмахом плавника уничтожает эту прикормку. Вот. А если все получится у нас, то, надеюсь, и увидим больше поклевок. Значит, вообще основной как бы принцип, да, весенних прикормок – это мелкая фракция и минимум продуктов, которые содержат рыбную муку. Вот у нас будет сегодня пелец. Я просто взял желтенький, нейтрального такого вкуса кукуруза, свиткор. Замешивать много не будем. Нужно пощупать, так скажем, да? Если будет какой-то отклик идти, то мы уже и увеличим фракцию, и увеличим количество корма. Все нужно как бы методом тыка, да, проб. Так, ну, в принципе, и как в стиках, у нас будет здесь аналогичный пелец трех видов. Это вот единственное, только что здесь Robin Red, он 6-миллиметровый. Такой же пелец 6-миллиметровый Betaine Green и аналогичный, но уже 3-миллиметровый Amino. Классическая такая прикормка весенняя, которая, думаю, сработает на ура. Никаких пропорций никогда у меня нет, я так на глаз, как мне нравится, так я и насыпаю. Это получился классный у нас микс. Какой-то из этих пелецов растворится буквально там за 30 минут. Какой-то будет растворяться в течение 2-3 часов. Будет хороший маяк вкусовой. Вот такой получился миксик у нас. Все это легкое, все это растворимое. Из зерновых. Много также задавали вопросов по этому поводу. Ну, мое личное мнение о том, что если рыба не активная, нужно ее ограничиться. За исключением конопли. Ее можно в неограниченных количествах, в принципе, сыпать. Она именно вареная, обладает, скажем так, свойством как слабительное. То есть карп увеличивает аппетит и пищеварение. Поэтому весной отличная штука. Вот замачивается в течение там 6 часов и варится до того, как раскроются вот эти вот зернышки. Так как у нас вся прикормка сегодня на специях, то добавим крушеных бойлов Robin Red. То есть все одноименное, как бы основной вкус мы пока что делаем на специях. Они очень мягкие, одним движением тут же превращаются в пыль. Много не будем, буквально 4 горсти пока что будет достаточно. Нам главное сейчас увидеть реакцию от рыбы, о том, что она кушает, она активная. Благо то, что, как уже сказал, нам с погодой повезло. Ветер пока что крутит, но уже все равно тепло, мы в шортах. И она должна выйти на там, где вода быстрее всех у нас прогреется. Конечно же, на мелководье. Там, где у нас выставлен маркер, да, ну, я не рассказал, как мы отмаркерились. А, в принципе, здесь, вот в этой самой крайней части водоема, ничего особенного нет. Просто пологий подъем,
где-то вот с 1,20 м у нас левая точка по прямой и около 80 сантиметров вот там вот справа. И все поклевки на самую крайнюю правую удочку. То есть видимо, что рыба, возможно, она сейчас находится вообще в самом краю, там где глубина там 40-50 сантиметров, но возможности у нас туда забросить нет. Ну, мы можем, конечно, туда завести на лодке, но рыбу оттуда вытаскивать очень проблематично, так как здесь идет поворот берега. Вот, наша прикормка готова. Пока мы коноплю добавлять не будем, так как она сейчас у нас сразу впитает в себя всю влагу, да, точнее корм заберет из нее, и она у нас всплывет. А нам нужно, чтобы она легла на дно. Зальем это все также Robin Red'ом. Можно, в принципе, было бы еще добавить CSL. Ну, пока что сделаем без него. Вторую точку, если рыбка отзовется, мы все-таки сделаем еще и на сливе. Тоже растворимую. Вот такой вот микс из пеллицев. Совершенно простой, но по весне бывает, что очень эффективный. Посмотрим, как все это у нас сработает. По ароме, кстати, весенний период, когда вода холодная, можно лить в хороших количествах. Это будет только плюсом. И также, что касается насадок, можно диповать вплоть там до нескольких часов. Вот наш микс готов. Оставим его на минуток 10-15, чтобы он настоялся. А затем уже будем закармливать. И перед непосредственно самым закормом мы добавим сюда конопли. Она у нас сейчас здесь с влагой. И готовая к употреблению. Вот. Ну, что? Пора и самим перекусить. Что, друзья, у нас вечереет, поклевок мы больше пока что еще не увидели. Возможно, с прикормкой была ошибка, возможно, просто-напросто и рыбы нет. Но ребята, которые сидят у нас на дамбе, на глубоководных участках, у них тоже тишина абсолютно. И завозят они с корабликов на плато, откуда мы в прошлом году очень хорошо ловили. Также есть у них доступ к ямам, там рыба и холод показывают, она стоит прямо там огромными слоями в большом количестве, но абсолютно она там не клюет, и одиночные попапы не помогают. Ты пробуешь порционно там с корабликов кормить и сверху оснастку опускать, ну никаких абсолютно не приносит это плодов. У нас то же самое, рыба неактивная, погода изменилась и похоже, что будет дождь. Все-таки, может быть, мы и рискнем сейчас вторую точку, покормим
сливкой и сделаем такой интересный микс с дробленой кукурузой, да, по хорватскому рецепту классный. Возможно, завтра, когда будет выходить рыба, нам удастся ее удержать и получить хотя бы еще несколько поклевок, потому что завтра уже крайний день, мы будем отъезжать домой. Ну, давайте покажу свой быт. Мы сегодня с новой палаткой, трекера, дом. Долго, правда, устанавливали поначалу, потому что не могли разобраться. Но сразу скажу, что это, конечно же, просто бомба. Здесь высота ее, техническая документация, по-моему, 190 сантиметров. Мой рост 182, я вообще практически без проблем стою здесь. Ну, так вот у нас здесь все обустроено. В принципе, сюда можно теоретически поставить даже три раскладушки, но мы вдвоем здесь очень-очень комфортно вмещаемся. Раскладушка с этой стороны, вторую с той стороны убрали. Мое новое освещение. Power Kit от Alex Bates. Это делают в Латвии. Два USB-шника. Здесь под автомобильный ход, проверка заряда. Вот он был 13, за 3 дня практически не сел. Сверху такое автономное освещение. Но я позже на него сделаю подробный обзор. Здесь вот у нас освещение проходит, и оно регулируется с помощью вот этого вот пульта. То есть мы просто включаем и можем регулировать меньше, больше. Да, конечно, плохо сейчас, наверное, видно. Ну, то есть прикольно сделано. На одну кнопочку нажали, если вам не нужно ночью быстренько встать. Сам емкость этого аккумулятора я вам точно не могу сказать, но я все практически здесь заряжаю. Телефон уже раз 5, наверное, зарядили, все фонари дополнительно. И он даже, наверное, на 10% еще не сел. Вот, ну, как-то так. Прикормка, провизия. Здесь наш монтажный столик. Все что угодно уже пробуем, экспериментируем. Даже пробовали кукурузку. Забыли совсем про кукурузу. Но тоже нет никаких пока что результатов. Что, как бы, в чем проблема, неизвестно. Так как у нас завтра крайний день, да, ну вот, я вам говорил, что мы изменим формат, поэтому поделюсь своими мыслями. Не попробовать, не покормить, да, потом будем все время жалеть и думать, а может быть, все-таки надо было попробовать. Сейчас абсолютно ничего не сделать, ну, тоже неправильно, да. Мы после кормления вот этой крайней точки, в принципе, не получили никакой поклевки. И, ну, не знаю, в чем причина. Пока что, ну, полная... Реакции мы не получаем от рыбы, связи нет, поэтому просто водоем молчит. С чем это связано, непонятно вообще. Я думаю, то, что нужно попозже сюда приезжать, чтобы была вода более прогрелась, чтобы вот эта рыба, которая основное стадо находится сейчас в зимовальных ямах, все-таки вышла оттуда. Почему она и там не берет? Ну, это вообще, не знаю, парадокс, либо, видимо, совсем очень рано, и она неактивная. Как, наверное, уже могли заметить по видео, то, что здесь на Чернице много всего изменилось. Она теперь облагоустроена. Ну, много было дискуссий по этому поводу. Ну, интересно, как выскажу свое мнение. То есть, когда первоначально я увидел здесь помосты, то сразу же обрадовался. Почему? Потому что здесь у нас камышовая зона, и как бы она от береговой, да, черты достаточно на приличном удалении, около там, наверное, 20-30 метров местами, но она вот так извилисто идет по всему озеру. Поэтому как после подсечки рыба практически всегда заводила либо вправо, либо влево. И когда я первый раз собирался на этот водоем, мне сразу сказали, возьми или АЗК там, да, или вейдерсы, чтобы заходить забирать рыбу, потому что невозможно ее через камыши протащить. Плюс ко всему, около берега здесь
достаточно мелко, там, по колено, да, и рыбу там очень элементарно потерять, но самое важное, здесь очень много валунов и камней, о которых рыба может ударяться, да, когда вы, тем более, если форсируете вываживание. Поэтому я считаю, что это огромнейший плюс. Сейчас очень комфортно рыбу выводить с любого места. И вот с чего начинал, да, с прошлого года мы... Когда поймали почти 200 килограмм, мы были в 18 секторе, но было намного теплее. И ночью совершенно никакого не было желания одевать ЗК, тем более если не ненастная погода, чтобы рыбу вытащить. Приходилось вматывать палки, чтобы хотя бы отдохнуть, потому что, ну реально, клев у нас был тогда просто бешеный, было намного жарче. Понтонами вся проблема теперь решена. Да, конечно, черницу любили за то, что такой полудикий водоем, да, и вот эти постройки немножко изменили ее всю, как бы, вот эту диковинку, да. Лесные сектора всегда были самыми топовыми, самыми уловистыми, да, и самыми красивыми. Но все-таки, как бы, человек облагоустроил, да, сделал элементарные комфортные вещи, да, построил теперь туалет, не нужно там в 18 секторе стоять в очереди, да, или бегать по кустам. То есть, ну, это как бы элементарные нормальные вещи. И, ну, мангалы, беседки тоже. Я не хочу рассказывать там или кого-то осуждать по поводу дискуссий, да, которые проходили на разных форумах. Во-первых, ну, все действительно сделано для людей. То есть вы приехали, когда вообще в 20-м секторе построен был помост, насколько я знаю, это вообще человек сам приехал, обычный рыбак, да, и его сделал. Никто ничего слова не сказал. Но когда я построил вот это вот, несколько помостов, да, по всему водоему, сразу начали говорить о том, что вот, ну, осуждать человека за какие-то поступки. Поэтому, ну, я считаю, что, конечно, лишних здесь каких-то бань, там, душевых, это совершенно, ну, уже будет лишнее. Рыбалка превратится, ну, сами прекрасно понимаете, во что. Хотя здесь есть баня, ну, можно заказать спокойно. Сейчас, на данный момент, здесь для комфортной рыбалки, в принципе, все есть. Но только с клёвом нам сегодня не повезло. Ну, что поделать. Бывает вот так вот. В прошлом году 200, а сегодня у нас только 3 рыбки. Также, конечно же, и, ну, все эти мероприятия связаны, конечно же, с изменением владельца водоема. И здесь очень теперь поставили на первое место безопасность карпа. То есть вы приезжаете на водоем, вам обрабатывают специальными средствами все подсак, мат, сумку для взвешивания, чтобы не занести бактерии, допустим, если вы рыбачили там на своих диких водоемах, там, ну, мало ли что-то. Ну, это хорошая практика, в Европе на многих водоемах так делают, даже на Шумбаре вы со своим матом вообще туда не приедете. Здесь, насколько я знаю, можно взять в аренду, ну и смотрят, чтобы люди сюда приезжали, понимающие карфишинги, и чтобы безопасность карпа стояла на первом месте. Вот. Так что вот такие изменения, такие новости сегодня тут. Но мы будем ждать завтра утром. Сейчас все-таки, наверное, мы замешаем прикормки, сделаем финишный закорм, скажем так. Вот покажу вам интересный рецепт пылящих частиц. Вот, и будем ждать поклевки.
Только ты не смотри, можешь оборвать. Просто останови его. Шок вон. Ну, об кирпич, наверное, засек. Сложно здесь тоже рыбу таскать. А? Сложно здесь тоже рыбу вытащить. Ко мне хоть. Хороший. Че, может, мы его тут-то выпустим? Может, мы его залечим хотя бы? А как мы с ним поплывем? Ой, вот, друзья, утром 6:30 разбудил нас паровозик вот с таким вот красавчиком. Уже взвесили ровно 11, получается, с учетом сумки. Смотрите, какой почти оранжевый, такой красный красавец, бешеный просто паровоз, который мы могли наблюдать. Но затем столкнулись с проблемой, так как уже сказал, там глубина небольшая, около 70 сантиметров, и много больших камней. И шок-лидер прошел между ними, и мы его так и не смогли вытащить. Пришлось сесть в лодку и там уже благополучно его завести и транспортировать. Сейчас обязательно с ним сфотографируемся. Ну, все-таки наш вчерашний банк, уже можно сказать, мы не прогадали. Рыбка не свойственна. Ранним утром уже начала клевать, но хочется также отметить, что сегодня очень именно теплая погода, хотя еще солнца нет, но уже температура воздуха значительно выше. Даже ночью было тепло, в отличие от предыдущих дней, когда даже были заморозки. Поэтому, ну вот он, тот сигнал маленький, который в том, что рыбка все-таки стартанула. У нас там корм есть, сейчас попробуем еще подбросить пыликов и дождаться еще поклевок. Ну, клюнул также все на самую правую удочку. В этот раз работала кукурузинки две с ананасиком. Ну, любит желтый цвет он здесь. Поэтому вот такой красавчик нам попался. Сейчас перезаброс и снова в бой. Ну вот, друзья, и подошла к концу наша рыбалка. Итог у нас остался таким же, 4 рыбы, ну, все рыбы крупные. Что можно сказать, программа минимум, как изначально было удачно открыть сезон, она состоялась, поддержали, посопротивлялись отличными бойцами, здешними карпами. Вот, ну, в целом, конечно же, рыбалка остались довольны. Немножко не повезло с погодой, нужно было, конечно, недельки через две сюда переехать, и был бы, наверное, вообще подменный клев. То, что, может быть, мы и сделаем еще в ближайшее время, потому что водоем я очень доволен остался. Обязательно, если кто-то сюда надумает приехать, возьмите спиннинг. Здесь щуки просто немерено, я никогда в жизни ее не ловил. За эту рыбалку без клюя, наверное, штук 50, наверное, поймали. Там любую насадку, какую там у вас есть, и останетесь с уловом и с удовольствием проведете время. Вот, ну, в принципе, наверное, на этом все. Я рассказал вам свое мнение о данной рыбалке. Напишите в комментариях, как бы вы поступили в данной ситуации. Да, мы возили большие такие ПВА-пакеты на практически противоположный берег, там, где карп именно роется в мотыле, за 300 метров завозили. Ничего он не хочет брать, просто-напросто он еще выходит только лишь погреться. Видимо,
кушать не хочет. Вот, поэтому такой итог нашей рыбалки. Спасибо всем за просмотр. Впереди нас ждет еще немало приключений и отличных рыбалок. Всем нехвоста, не чешуи, и до новых встреч. Всем пока.